видел такой магический ритуал, который заключается в том, чтобы узнать, кто тебя тайно любит. И для этого надо взять расческу, расчесать свои волосы перед сном и сказать: кто хочет, но молчит, кто любит, не говорит, приди, расчеши мне локоны и под подушку расческу. Ну что, я сделал этот обряд, под подушку положил. Ну, я на подушке не сплю обычно. Ну, когда вот поворачиваешься и головой попадаешь на эту расческу, и в натуре снится человек, кто там приснился, Настя приснилась. Ну, только она вообще не с расческой приснилась, с ножом таким кухонным небольшим. Так улыбаются. Да я так маленько отстраняюсь. Мне кажется, она хочет мне отрезать пипиську за то, что я с девками разговариваю, с Алкой. И она так поглядывает странно как-то, как будто ревнует. Вот попробуйте ритуал, прикольно. Только пипиську прячьте. А то хрен знает, с топором или с чем еще придут вместо расчески.